Все, садимся. Пошлите, погрузка. Я сейчас телефоном обменяюсь. Давай, дай ему визитку. Его телефон возьми обязательно. Запиши. Так, не растягивай. Так, все, давайте, дети. Давайте помолимся сейчас все. Помолимся. Помолимся там на улице, выйдем около машины. Так, тут что берет? Вот это что? Вода. Воду там заберите. Заберите. Ты за водой смотри, помогай. Главное, здесь Андрюша над водой. Ты ему помогаешь. У нас, ну, такое. Он раз был в лагере, он больше знает. Андрюша, все время, чтобы веселое лицо было. Мне это зачем кислятина с собой возить? Так, переходим потихоньку. Переходим. Все. Сейчас шофер открывает и сажает. Так. Где тут машина-то где? С какой стороны садится? С этой? Все, посадку делайте. Да, идите сюда. Давайте. Ну, смотрите. Тогда никого нет, старше остается здесь у меня. Вы двое старше, смотри, за девочками. А ты за мальчиками крепче. Маша, Соня, Кирилл старший здесь, помогает шоферу. Маленький. Сажай, посажите их. Да, маленький. Сажай сам. Сам. Туда, засаживай. Все. Вдруг оказалось, что не едет никто. Машина Мамонтов назад не возвращается. Так, все. Никому дорогой не пить. Это на пожарный случай. Если загорится, что-то тушить. Не для питья. Так, пошел. Следующий. Так, все сели? Так, старший так. Кирилл, не запомните. Ну, маленьким не надо еще кого-то надо, посадить. Надо Ксюша, чтобы... Ксюша, ты, наверное, туда пересядь, да. Маленьким, да. Вместе с девочками. Будет. Ну да, она с девочками, ей удобнее пацаны, будет. Вы назад садитесь, а маленьких вперед давайте посадим. Сдают, а ты с ними здесь впереди сядь. Остальные у нас приезжают через 10 дней, там другие не знали про наш лагерь, и говорят, а мы не знали, говорят, детей уже отправили во вторую смену. А вы, пацаны, назад. Назад. Давай здесь перелазь. Прыгай сюда. Во. Как шофер говорит, так и делайте. Давай здесь, чтобы не уходить. Так, девочки, банки поставь здесь, брось это. Кирилл, пускай здесь. Смотри, чтобы никто не пил. Иначе тут не оберешься. Отъехать-то 2,5 часа. Во, а вы, девочки, сюда. Дальше. Прыгай. На мешок становись, ничего страшного. Так, все молимся Кирилл сейчас. Дети. Так, Сережа, возьми-ка. Встали на ноги там, в машине. На ноги встали все. Шапочки снимите, помолимся. На ноги а встаньте надо, все. Ты с пацанами, ты остаешься. Господи, благослови нас в этот путь и сохрани от всякого рода зла и греха. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все. Как звать-то? Ксюша. Ксения? Ну, у нас Ксения, не могли одну вырвать, вторая пришла. Ну да. Татьяна Новикова. Ей привезли, в третьем складе все вещи вчера поставили, а бочка рядом стоит, чтобы она забрала. Ей вчера сделали операцию. Хорошо. Так, все? Кому знаете, около Павловска, где разница, поджидайте. Ага. Да я за вами поеду. А? Вы передом едете или вы куда-то заезжать будете? Ну тогда ждите маленько, сейчас мы, вы за нами тогда. Чтобы друг за другом все пристроилось хорошо. Так, все? Идем. Так, чтобы едет. Уместились? Уместились. Так, выезжал, я забрал. Подожди, Витя! Я сейчас приду и сяду. Кошку возьму. Так, Миша, напомни, что я еще не взял? Как будто все. И телефон с тобой, и дети со мной, и голуби отправим. Вон они сидят. Смотри, Сережа, направь. Голуби. Паспорт вчера взяли. Смотри, какого прекрасного навоза привезли, от коров наскребли. Мешков 20. Вон оно. Лежит. А с навозом что сделать надо? Да я думаю, не, еще пока не делать. Пусть лежит до следующего года. Да? Поговори с женщинами. Маленько надо, нет, подсыпать в лунки. О, пойдем. Паспорт взяли, не забыли? Паспорт. А его... Все у меня с собой, документы. Укрывать не надо его ничем. А? Укрывать не надо ничем, укрывать навоз. Укрывать навоз, не я надо? Не знаю, даже кого-то спроси, я думаю, а что ему доспеется? Нет. Это... Ты сейчас зайдешь в комнате, все проверь. Закрой, и там вырублено где, чтобы нигде ничего не включалось. Никто сюда, кроме тебя, не имеет права заходить. Ключ знаешь где. Так. Сейчас я кошку беру.
Виктор компьютер снимал, и там пыль. Сегодня Виктор убирался. Да, это я знаю. Это... Ну, там что-нибудь придумай. Только женщин не допускай туда, а то они... Все деньги. Деньги пропали. На весь мир говорим, да? Меня сейчас закройте здесь, откройте мне. Витя, открой скорее. А то она беспокоится. Ключи положи свои. Так, меня сейчас закрывайте, я сажусь. Все. Кошку я тут пущу. Вот так. А та в клетке сидит, дикая. Вон там кричит, к Надежде Васильевне. Ну все, давай, Витя, трогайся, и там на выходе отдашь мне аппарат. Закрываю. А, закрывай. Смотри, вон она, не дайте черную. Той. Скорее закрыть надо, давай. Закрой, выключи.